Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел в период курортного сезона является обеспечение безопасности граждан и гостей республики. Ежегодно растет число туристов, выбирающих для летнего отдыха восточную часть Абхазии. В Ачимчирском районе в этом году наибольшей популярностью пользуется уникальная экосистема термальных источников. Многочисленные отдыхающие, да и сами жители Абхазии с большим удовольствием посещают новый современный комплекс «Тамыш-Вилладж» в селе Тамыш и лечебные источники в селе Кындык. Все гостиницы и места массового пребывания туристов МВД Абхазии взяло под особый контроль. Обстановку проверяют пешие патрули, которые сформированы согласно плану и несут службу четко по графику. Главной задачей патрульных групп является предупреждение преступлений и неправомерных действий. Для обеспечения необходимой информации, способствующей повышению безопасности туристов, в местах массового скопления людей и на территории гостиничных комплексов сотрудники милиции вручают памятки с номерами телефонов экстренных служб и линий доверия. Пожалуйста, телефон доверия. Можете ознакомиться. Любое время суток и дня можете звонить на эти номера. МВД Республики Абхазии, ОВД, РОВД. Вот там все номера записаны, телефоны. В целях обеспечения общественного порядка, а также предупреждения и пресечения возможных правонарушений, в Ачимчирском районе открыт опорный пункт милиции. На новом объекте охраны правопорядка несут службу оперативные сотрудники, которые посменно заступают на круглосуточное дежурство. Также на опорный пункт выделено 2 служебных автомобиля, которые курсируют по установленным маршрутам, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность в местах массового скопления отдыхающих. С 2008 года стоит вопрос о создании опорного пункта в селе Кындык Чемчирского района. В этом году, благодаря министру внутренних дел Республики Абхазия Дмитрию Сергеевичу Дбар, в селе Кындык построен новый опорный пункт. Опорный пункт расположен непосредственно рядом с пансионатом «Эвкалиптовая роща». В этом году популярностью со стороны туристов пользуется Иткуарчалский район, а именно окрестности Акармары, где расположены самые высокие в Абхазии водопады. В день эти объекты посещают более 400 отдыхающих, из-за чего усилена работа личного состава Иткуарчалского РОВД. С 8 утра до 8 вечера на местах дежурят участковые, которые не только вручают туристам разработанные Министерством внутренних дел памятки с номерами телефонов экстренных служб, но и следят за соблюдением масочного режима в автотранспортных средствах. С водителями и пассажирами милиционеры проводят профилактические беседы о необходимости соблюдения санитарных норм. Каждому обратившемуся гражданину сотрудники милиции оказывают нужную консультацию и при необходимости помощь. Это делается в целях обеспечения правопорядка и предупреждения преступлений, чтобы гости отдыхали комфортно и в безопасности.